Так, всем привет! У нас сегодня финалочка метро. Если бы я знала вчера, что она там реально осталась около 2 часов, наверное, то мы бы, скорее всего, ее вчера и добили. Но у нас получится сегодня такой коротенький стримчик. Я думаю, мы ее добьем. Аня почему-то у меня уже не сидит, Аня там лежит, походу, и не хочет смотреть, куда едет наш поезд. В общем, все плохо, и мы выходим на плохую концовку. Это само собой логично, потому что все сделано через жопу, и выйти на хорошую концовку крайне сложно. Надо тупо играть по стелсу, играть в метро не круто. Вот поэтому у нас плохая концовка будет и пару часов геймплея. Вот, надеюсь, у нее добьем благополучно, она нигде не залипнет, не зависит. Все говорят, что, в принципе, она залипающая. Если вы не играли в метро и будете покупать, у вас может загрузка просто залипать, как у нас было на нескольких главах. Вот, привет. Привет, кто подходит, поэтому с вас пока сразу лайк. Аврора шла вдоль отравленного моря, надо пока, разлившегося за плотиной, все молчали. Финалочку устроить. Мы ведь верили, что вернемся. Теперь, увидев зависший над долиной Дамоклов меч, мы знаем, этому не бывать. Алёша весь извелся от волнения, ведь там осталась Оля. Может быть, ему и удастся с ней связаться. Предупредить. Так что предупреждать, он же ей что говорил, будет когда дальше? Мы улетали там. Да что угодно, я готов ко всему. Кроме одного. Аня. Мать слушает. Пожалуйста, держись. Без тебя мне незачем жить, не о чем мечтать. Тем более, что если бы не моя мечта, ты сейчас была бы здорова. Все. Сразу с кашля мы начинаем. Да, на этой грустной ноте мы вчера и закончили, собственно, здесь нас и... Идем, брат. Дома разговор есть. Да, вот сейчас нас и позовут. Эй, пойдем золотые вниз. Руки, ты иди тоже подтягивайся. Пойдем, о чем разговаривать будем. В рубку давай. Нам нужно искать для Ани, да, лекарства. Иду. Всех собирать. Ну, пусти скажи, меня. Что случилось? Оля, кто тебя? Это Алеша. Как и обещал, выхожу на связь. Надеюсь, ты слушаешь. Ты офигел. Мы осмотрели плотину и... Вася, алло. Прекращай, там, покурить? Серьезно, можно поставить покурить? Этот поворот. Что-то мы, по-моему, скурились за эту игру. Давай еще курну. У нас важный разговор предстоит, ребят. Я не знал, что здесь можно курить. Вроде не было таких вариантов. Что произошло? Все, накурились. Хорошо. Переводишь сигарету просто. Капец. Так, в рубочку. Пусти меня, пусти, пусти, толстый. Так, что грустим? Как? Плохо. Он побрился, что ли, или так кажется? У нас новости. Нехорошие, похоже. А других у нас уже давно не бывает. Давай. Ну, одной садись. Меньше, одной больше. Непростой разговор будет, похоже. Садись, да? Привет, Лаунч, Олег, привет. Артему нужен вейп. Блин, сегодня с утра катались за новыми испарителями для вейпа. Там вышло какое-то новое поколение, они реально как кальянные. Вообще, я не могу от него отсосаться, прикольно. Да, теперь мне нравится. Этот снимок Новосибирска мы сначала посчитали испорченным. Так, а что с ним? И об этом нам вещает идиот. По описанию, зоны сильного заражения показаны зеленым, а некорректные данные – малиновым. Но только сегодня я заметил одну сноску. В общем, к некорректным данным относятся выходящие за предельные для измерительной аппаратуры значения. Простыми словами, зашкаливает там. До Новосибирска еще 500 километров. Радиация за бортом уже почти о, как это в Москве. Чем же туда стрельнули? Может, как мы... Снимкам уже 20 лет. Уровень радиации, конечно, снизился, но... В общем, Новосибирск, похоже, смертельно и что теперь делать? Я скажу, что делать. Умирать мы всем ради Ани, да? Пойдем. Это не по-моргински. Мы все пойдем. Мы всем умирать ради Ани. Полковник, она моя дочь. Его жена. Я своей паранойей по поводу оккупантов загнал ее в тот чертов подвал. Артем своей мечтой вытащил нас из Москвы. Так что мы оба виноваты.
Вот так вот. Чего вы на меня так смотрите? Тем не менее, мы орден. Мы один экипаж и должны действовать вместе. Обсуждать тут нечего. Это не задание ордена, это наше с Артемом личное дело. Добровольцы не нужны. Второе. Мы не знаем, где точно находятся лекарства. В центре города или в одной из лабораторий Академгородка. Так что жизнь Ани и в ваших руках тоже. Ну и третье. Куда бы мы ни двинули на носу зима, и застрять на Авроре в снегах нам что? Никак нельзя, это точно. Помните, что Ермак рассказывал? Напомни им. На окраине города большой музей железнодорожного транспорта. Там наверняка найдется снегоочиститель для Авроры. Итого, обыскать лабораторию в Академгородке и подготовить Аврору к зиме. Вот ваши задачи. Так, хорошо. Экипаж, приступить к подготовке. Ну, мы сейчас пойдем и с Мельком, по-любому. С этого момента постоянно следим за радиационным фоном за бортом. Сэм, ты первый. Yes, sir. А что там радиация смертельная, так это вообще-то хорошая новость. Вы имеете в виду, что некому было аптеки и больницы грабить? Точно, в отличие от городков, что мы обыскали. Товарищ полковник, я по костюму. Да, что там с ними? Я подозреваю, мне сюда. Комплектных получилось собрать, только два. Да. Видишь? Ну, научились к концу игры, мы научились перематывать. Аня время. Пока держится. Мертвый город. Она верит в меня. Угу. Верит в нас и верит не зря. Тысячи километров остались позади. Перед нами Новосибирск. Мертвый город, в холодном радиоактивном сердце которого таится надежда на жизнь. Лекарство, способное спасти ее. Год назад мы покинули отравленные руины Москвы. И вот мы снова въезжаем в скованный зимой и радиацией город. Найдем ли мы когда-нибудь место, пригодное для жизни на поверхности? Может быть. Но сейчас мы возвращаемся в подземелье метро, чтобы спасти Аню. Образно говоря. 7514, у нас было вроде 8 уже тысяч километров плюс. Или там вообще рандомные цифры выскакивают, в принципе. Что такое? Ты... Встань. Артём. Артём. Всё-таки добрались. Угу. Новосибирск. Хорошо бы там... Что-то здесь холодно, по-моему, адски. Полковник, мосты целые, фон растёт. Сумасшедших, похоже, не будет. Блин, ты всё так говорит. Дома все целые. Сэм, что там с радиацией? 8 разов выше, чем в Москве, и по-прежнему растет, полковник, сэр. Думаю, лучше тут на поверхности долго не быть. Капец. У меня, да, идет время. Ну что, готов, Артем? Я не уверена, что мне хватит фильтров. Хотя я их могу вроде по дороге же делать, да? Давай за мной. Так Сэм же с нами не пойдет, Мельник только. Good luck. Мы вас не победим. Good luck. Ну как целые дома? Ну как сказать? Полковник. Похоже, тут все сложнее, чем мы надеялись. Времени нет, так что пойдем на пролом. Угу. Это я люблю. Пройдемся по плану еще раз. Ермак. Давай. Аврору уведем на юг, на грузовую станцию Сибирская. Я на вашей карте отметил. Степан. Мы с Крестом, Сэмом и Идиотом отправляемся в корпус института в Академгородке. По пути заедем в железнодорожный музей. Может, для Авроры что-то найдется. Мы с ТТ на охране Авроры. Отлично. Мы с Артемом проверяем центральное здание института. Фон здесь сумасшедший.
так что попробуем пройти через метро. Ну, начали. А меня? Удачи всем. А меня обнять? На точке сбора. Удачи. Ты куда решил выйти-то? Вы идете на задание, чтобы спасти тетю Аню, да? Всех противогазах. Хватит и фильтров-то на всех. Да. Ты, пожалуйста, присмотри за ней, пока мы с Артемом не вернемся. Угу. Как она отсюда спрыгнет, а теперь... Договорились? Конечно. Мы с Мишкой будем ее охранять. Правда, Мишка? Мишка пост принял. Ну, хоть Мишку нашли, то счастье. Все, что полезное мы сделали в этой игре, это нашли Мишку для ребенка. Тихо, тихо. Она только заснула. Угу. Вы уже идете? Угу. Да. Надеюсь, успеем. Ты, блин, вот дадите ей одну пилюлю, и ей резко станет она легче. Сильная, она вас дождется. Обязательно дождется. Вы только возвращайтесь. Спасибо, Катя. Заходи, Артём. Она только что сказала, тихо-тихо, она только уснула, теперь заходи. Зачем? Видишь, приступ удалось остановить. Так что не волнуйся, пульс четкий. Она просто вымоталась слишком. Теперь до завтра проспит, наверное. Ну хорошо, а завтра мы уже вернемся, наверное. Возвращайся скорее. Для нее это будет лучшим лекарством. Они сильные, переборет. Главное, вернись. Окей, пойдем, Мельник. Удачи, Артём. Нам надо побыстрее шлепать. Ваше снаряжение, полковник. Воу, ничего себе у него там снаряжение, а мне? А мне такое можно? Артём, тут тебе не Москва, где ты месяцами прогуливался. Черт его знает, что тут за мутанты водятся. Угу. Подумай хорошенько, что взять с собой. Я жду машины. Предупреждают, что нам жопа. Окей. Артём, принимай снаряжение. Ты дурак, что ли? Артём, я же обратно тебя выселила. 15 минут от меня наполнили, хорошо. И загрузим по максималочке. А мне нужно вот это вообще? Я не помню, что у меня за стволы. Где моя оружка? Арбалет, да? Класс. Так и осталось с этим арбалетом. Лошарина. Стабильность уменьшает. Мне еще магазин большой. Но пусть пофиг. Если надо будет стрелять с арбалета, придется, то мне пригодится его скорострельно. Пневматический урон уменьшает. Ну, чуть-чуть. Зато скорострельность сильно поднимает. Ладно, мне вообще надо вот этот дробаш мой, получается, да? Хотя здесь можно сделать от Ашут. Револьвер. А, ублюдок. Привет. Это раз. Два. Три. Четыре. Пять. Все, ублюдок есть. И ты кто? Калаш. Так. Так. Ну, я думаю, мне оптики тут не пригодятся. Надеюсь на это. У меня вроде на арбалете должен быть X. Есть на тебе X? Ну, вроде на нем что-то висит, да? Да. Подожди, у меня полностью все готово. К драке. Максимум. Так, значит, вы мне не пригодитесь, и вы тоже. Мне только вот эти вот нужны. На ублюдка и на калаша вот это вот идет. Все остальное у меня все есть. Правда, с броником ничего у меня нету. Как-то получилось, не знаю. Ну ладно. Думаю, броник тоже можно апгрейдить.
Вот я не могу арбалет вообще выложить нахрен. Мало пулик. Где мельник-то? Я тут. Время пошло. Отсчет. Начался. Готовы. Ну, Артем. Вот он, твой шанс. Последний. Ты меня понимаешь? Очень на это надеюсь. Арбалет не бери, много монстров, дробаш. Поконял. Я не могу заменить арбалет на дробаш. Я не могу его выкинуть. Ничего не могу с ним сделать. Не могу. Я не могу его поменять на дробаш. Я бы поменял, у меня было бы два в упоре и... Ну, точнее, два нормальных и один дробаш. Артём, ты смотри, по сторонам мне будет некогда. Дорога тут точно не чищена. Откуда у машины добыли? Кроме нас, ей надеяться не на кого. Откуда у них эта машина? Это же не та, на которой мы в песках катались. Энки, приветик. Всем привет, кто подходит, ребят. Главное, чтобы я повела, ты бы отстрелила. Сколько вагонов стоит? Угу. Похоже, эвакуацию провести не успели. Попробуем подняться на площадь за зданием вокзала. Вход в метро где-то там. Угу. По-хорошему, все должны заразиться радиацией и умереть из-за Ани. Легче, но из кабины лучше не вылезать, меньше радиации схватит. Но рискнем. Это же машинка, только ее отремонтировала. Но как тебе дорога к мечте? Не жалеешь? Вижу, жалеешь. Только давай эти переживания сейчас засунем куда подальше. Артём, мы справимся. Все, конечно. Похоже, там можно выбраться. Держись. Мне кажется, мы бы пешком быстрее как бы добежали, если что. Зачем нам здесь ехать было на машине, если 2 квадратных сантиметра, блин? Не думаю, что тут кто-то предрасполагал мысли о безопасности. Мыслям. Танчик. Вот на танчике было бы безопаснее, чтобы он. Не разглядел, правда, какой у меня не крутится камера, нифига. Только вперед могу смотреть. Я не могу достать оружие, ничего делать не могу. То есть защищать я тоже не могу. Или пока времени осталось. Сколько машин. Военные все перекрыли. Похоже, накрыло в разбор эвакуации. Ты издеваешься, что ли? Мельник! Мельник, что такое? Да, тут мы хрен спустимся. Вход в метро совсем замело. Это вот эта глыба, это вход в метро. Можно прогрызть. Артём, давай за баранку. Я по карте смотреть буду, куда дальше. Так я ничего не могу. Круги нарезать у нас нет. Так, по карте вход в метро тут недалеко. Угу, это вход в метро был. Так я-то не грибу вообще куда. Осторожней, береги машину. Да я что-то на карту на твою пытаюсь смотреть и не понимаю. Я думаю, здесь по прямой тут один маршрут. Судя по карте, эта дорога ведет в центр. Давай вперед, но поглядывай по сторонам. Может, будет где спуск в метро. Да я... Ладно, мы по скриптам тут доедем. О, сколько снега. А буря все усиливается. Тут, по-моему, снег вообще никогда не останавливается, да? Все заметено. Дико выглядит. Дома целые, а город мертв. Может, в Москве все же лучше, а? Хм. Черт, ладно. Ладно, давай направо, деваться больше некуда. Че-то ты заторможена, как-то мне мельник все говорит. Давай рапорт, налево. Вот, сейчас молодец. Только не торопись, а то застрянем, заметем. Мне кажется, мы не сможем. Давай здесь по прямой. Застрять. Не положено. По игре не положено тут застревать. Аккуратней, Артём. Аккуратней. А куда я не вижу, что аккуратней?
А подожди. Прям на... А, на холмик прям предлагает, что ли, игра. О, как да вообще налегке просто. Мне кажется, на любой машине ты тут утонешь. Фон просто. Фон тоже растет. Долго мы тут не протянем. Чё мы круги наворачиваем? Смотри, давай туда. Так обратно на проспект вырубят. Мне кажется, мы сейчас куда-нибудь заедем с тобой, ну, в конечную. Ах ты, ёкперный балет, снова пробка. Тут, похоже, танк прошел. Давай за ним. Всех пододвинул немножко. Все, приехали, черт подери. У меня заскриптовалось, не могу. Прямо она резко остановилась. Дальше на своих двоих придется. Но разрешить, фон все растет, фильтров надолго не хватит. Да, 15 минут у меня фильтров. А что, в машине не шло время, что ли? 2.23 стало. Давай, мы же не за 20 давай, секунд доехали. Или нам конец. Ну, давай, я за тобой, не останавливаюсь. Осторожно, снег глубокий. Ну я говорю, вот в таком снеге, снегу, не знаю, мы должны были в машине просто утонуть и все на машине. А я тоже так же иду, да? Привет, Анисим. Завтра должен быть с утра. Я не успевала, мне некогда было. Записать вчера только села и уже все. Макс приехал. Облом. Все, вышла я из снега. Ты там не утони. Мельник. Меня ждет. Я впереди уже, а он меня ждет. Вот это место. Ого, вот это место. Может, тут получится спуститься в метро. Ух! Получится слететь в метро. Мельник, ты что-то с ума сошел. Через автобус! Давай громче. Давай вниз! А уже когда я спущусь? Сейчас по-любому я упаду с этим автобусом, короче. И останусь без мельника, да? Сейчас все так и будет. Ну, чё? Мельник. Мельник. О, добрались все-таки. Фуф. Поищем проход в сторону центра. А, ничего себе, тут все привалило. Ну, естественно, какая дырочка. Есть идеи, как попасть в тоннель? Пролезть, вот здесь дырочка. Не влезем. Да меня никто хорош меня толкать. Что, что я должна тебе сказать? Что, я должна куда-то клацнуть? Да, вот. Через вагон? Давай помогу открыть. Вагон? Ну, 3-4. Ну, сколько там людей-то? Уоу! Это кругом. Знакомая картина. Эти, похоже, уже 20 лет тут лежат. Идем дальше. Только не расслабляйся. Эти, понятно, уже не кусаются. Но мало ли кто тут выжил. Пауки тут выжили, нам надо собаки. На станцию площадь. Что они едят институт здесь? Институт от нее в двух шагах. Метро-то тут не особо глубокое. Радиация такая, что местные, наверное, долго не протянули. Тут, понятно, полегче. Но наверху мы уже схватили не меньше тройной нормы. Ну вот, говорю, мы все умрем. Тоннели. Ну что, родная стихия, все как в Москве. Теперь не пропадем. Да, конечно, так это другое метро, мы здесь не шарим. Мельник, я здесь. Дышать, похоже, можно. Как это, вообще без противогаза? Серьезно, время остановилось у противогаза. Что я сделала? А, я дурак. Ну. Я дурак, и мне страшно. Мельник. И тут твари.
Сейчас полезу. Но ничего, нам не впервой. Есть тут, да. Да жопа нам, мельник, жопа. У меня арбалет. Понимаешь, мельник, в чем проблема? У меня с собой, мать его, арбалет. Прямой дороги нет. Артём, осмотрись тут. Нам надо попасть в соседний туннель. Ну вот. Естественно. Ой, само собой. Симпатяшки твои. Как ты, цел? А глушака не было у тебя? Что вот мы всех не созвали. Сюда. У меня игра сразу залагала. Развлекайся. Пою добро. Что там еще есть? О, блин, еще лезут, приготовься! Я буду отстреливать только те, которые ко мне лезут. Вот, вот, вот. Зараза такая. Не все ко мне лезут. Мне надо развлечь обязательно, да? Блин, КД. Ой, да хорош. А, это скрип или что? Что за свинки? Переростки эти, что они за? Помпашки эти, помпушки, как их эти. Свинячие. Блин, это какие-то свинки. Наших московских упырей. Угу. И тут метро кишит. Вообще Никит странный. Ладно, что? С этими тварями мы разберемся. Как свинки вообще в метро оказались, мутировали. Эти твари жрут тут, интересно. Людей-то нет. Друг друга жрут, походу. Ай, да чего так залагивает-то? Что можно делать? Давай. Давай запитаем. Смотри, сколько пыли. Давно тут все заброшено. Угу. Артём, осмотрись тут. Может, найдешь что-нибудь. Да полезное. Я вот пытаюсь. Только ничего что-то нет. Можем поспать. Кто-то здесь жил. Но вот это вот не выглядит как прям прожжённое временем. Здесь как будто кто-то жил, ну, может, полгода назад. Типа того. Послушать пластинку. Михаил Иванович, это Федоров с 12-го участка. Тут такое дело. У нас фильтры трубка совсем на сибирской твоей осенью поменяли. Поселишь детей моих? У тебя там народцы из школы как раз. Не могу, Никитич. Тут теперь военные не пускают никого. Зато радиопротектор скоро раздавать начнут. Лучше любых фильтров. Не волнуйся, пару месяцев погулите, пока все. Мельник-то что ждет? В общем, давай потом при встрече. Понял. Давай. Добро. Ну. Вот значит, как они тут выживали. Радиопротектор. Зеленка эта, которую военные раздавали. Угу. Потом ждал, запас да. кончился, а радиация так и не упала. Ну и все. Да. Так она бы и не упала. Смотри, им воду не свалится. Черт, снова тупик. Мост обвалился. Сюда, вот у нас и выбрали. В таких коллекторах можно пройти снизу. Спускаемся, попробуем обойти. Угу. Я застряла. Мельник, я застряла здесь. Что-то мой резко вырос персонаж. И не хочу эти грибочки собирать, они свет дают, освещение какое-то. Ты же, когда я пойду вперед, ой, ты собака. У тебя же вон протезы в ногах, тебе проще в водичку прыгнуть, если откусит, то не так страшно. Вроде не глубоко. Ну, проверь. Слышал, что это было? Креветки. Дай угадаю, это были креветки. Блин, как я туда не хочу. Ну, нельзя в такую воду, но это... Это жопа. А мы так пушку не можем, да, сделать? У нас же мозгов не хватает, да, Тём? Все промокнет нафиг. Вот и всосались, ты посмотри.
Зря, наверное, это делал. В воде точно что-то есть. Надо скорее выбираться. Правда? Вот этот поворот. Ты меня сейчас прям удивил. Поразил, мать его. Офигеть. Вот что в воде? Что это за многочлены? Тентакли хреновы, уберите это от меня. И эту воду накончали, походу. Вот и все. Началось. Сейчас у нас проблемы создадутся. Создадутся. Здесь можно вылезти. Да-да-да, вот я хочу. Очень хочу вылезти. Но я чувствую, туда тоже надо идти, да? А, здесь вылезти? Что? Я туда хотела, а что там тогда? А вот и местные жители. А почему в клетках? А, похоже на ту яму в Москве, правда? Ой, обалдеть. Да если упасть, то все. 8 тысяч километров и опять расстрельные ямы. Интересно. Этих тоже шпионами называли. Да пофигу, все равно все померли. А что ты ждешь, что мне надо делать? Здесь лутнуть нечего. Смотреть не на что. Еще шпион. А почему? Ага. Командир группы быстрого реагирования ОСКОМ. Подполковнику Хлебникову. Ну да, Мельников, Хлебников. Настоящим приказываю передать арестованных мятежников особому отделу немедленно выдвигаться на станцию Сибирская для занятия обороны на ближайших рубежах. Председатель ОСКОМ. Генерал-лейтенант Виноградов. Да блин, почему у него все такие имена? Виноградов. Он здесь прикованный был, что ли? Что это за цепь? Вспороли что-то странно. Мельник, ты где? Я потеряла тебя. Страшно тут. Кстати, трупам не больше года. Так. Может, и тут кто-то еще остался. Будь начеку. Ну, вот я и говорю, кто-то здесь жил. Давай наверх и смотри в оба. Куда наверх? Все, что случилось. Столько расстрелянных. На войну не похоже. Мельник! Мельник! Ёбана! Это тебе не наше метро. И помочь нам здесь некому, понял? Если ногу сломаешь, сам на Аврору поползешь. А мне без лекарства. Назад дороги нет. Ну идем. Только теперь уж смотри под ноги. Так, так кто знал, что здесь все такое? Ну ладно, знал вообще, что все такое трухлявое. Но это можно было обойти, это такая маленькая уловочка. Кто догадался, тот молодец. Я не догадался, не молодец, как обычно. Что-то мне подпорки эти не нравятся. Как бы не завалило нас тут. Это да. А пыль-то? Этот нельзя? Мне кажется, нас завалит еще как здесь, по-любому. Ну, вроде держится. Идем. Я пропускаю тебя вперед. А если завалит? Ну мы через другую станцию выйдем, то какая разница? Это же не один выход и вход. Зачем тогда существовать этому метро? Выгрозим там? Не, не подчиненные никому комитетчике. Что? Не подчинен. Не комитечки. Жопу я сломался. Угу, молодец. Да будет свет. Ё-моё, всё-таки война. Везде воюют, не только в Москве. Почему полутать-то нефиг? Можем эту забрать, разржавевшую? Они держали оборону бронелетучками, угу. А как их пожгли, взорвали тоннель. Видно, подкрепление не успели. Да. Пошли на станцию, может там что-то прояснится. Нам не обязательно узнавать историю этого метро, надо лекарства ДШК, найти. ДШК, вечные защитники. Мушка чешется.
Полномасштабная осада. Защитники держали переход на другую станцию. А выживших тут видно было немало, пока друг друга не перебили. А вот в Москве ложь сработала. Вот и пойми теперь, что лучше: ложь и жизнь или правда и смерть. Правда и смерть. А, что? Что-то мне не по себе, Артём. Правда и смерть лучше. Хотя бы во лжи не умрёшь, уже достижение. Ты как? Ничего не мерещится? Блин, а мы реально ни разу не сталкивались еще с нашими чёрненькими. Прошлая серия, блин. Прошлое метро было все наполнено приключением с черным. Блин, их лутать нельзя, собак. А в этом их вообще нету. Мы просто путешествуем, ищем дом по земле. Все. На поверхности. Нелутабельные все, пыльные. Иссохшие. Капец. Еще одна могила. Тут бой и закончился. Полная жесть. Пойдем к гермоворотам. Там должен быть переход на соседнюю станцию. Зачем-то же он здесь есть. Ну, как бы, мне кажется, может, нам туда надо? Тише. Чего, нам пиздарики сейчас будут, да? Вот, еще раз. Какого черта? Упыри! А, упыри! Да блин, я же нажал уже стрелять. Да вы здесь выбрались-то, пацаны. Что? Ты что? Успокойся. Перезарядочка. Ну, короче, от бедра только. А все. Мельник, мне кажется, нам анус. Что мне подсказывает, что это похоже на анус. У меня тупо патронов на всех не хватит. Еще одна такая стычка, и все, даже на одну мне не хватит. Вот это да. Мельник, где полутаться можно? Дай мне патронов. Я думал, мерещится. Откуда вы не взялись? Вот, а что ты не перезаряжался-то, дебил? Думаю, у меня на клаше кончилось. Попали в самое логово этих тварей. Ладно, давай попробуем открыть ворота. Угу. Помоги-ка, Артём. Угу. Взяли. Там какой-то труп к ним тянулся, скелет. Хотел открутить. Ну, что мне делать? Ну, что сам? Работают еще, 20 лет прошло, да? О, это выход. А там тоже был, как бы, вот с той стороны, да что не перепрыгнуть просто. Как я понял, коробки. Это станция Сибирская. Тут должен быть переход на другую ветку метро. Ну или так. Мельник, я здесь. Я здесь, здесь, здесь. Поднимайся. Да здесь я. Да хорошо все. Иди, 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 иди. Отлично, молодец. Радиация опять начала шалить, надо противогазы одевать. Ты дебил я. А! Смотри, сколько пыли. Давно тут все заброшено. А нам сюда и надо было, что я бы хотел лутнуться, просто здесь посмотреть. Но слишком далеко. Подожди, мельник, уйди нахрен. А? Мельник такой мельник. А, нам сюда и надо, здесь нельзя выйти.
Понял. Полуталась. Лутать нечего. Найдешь что-нибудь полезное, да-да, осмотрись. Осматриваюсь, ничего не тыкается. Может, я в глаза долоплюсь, но я не вижу лута. А все, что я могу крафтить самостоятельно, это стрелы. Стрелы я могу крафтить. Угу. Шарики мне эти не пригодятся. Молотого даже не могу сделать. Ничего, ножи, блин, банки. Ножи, банки, стрелы. Жопа. Тут вообще нет ничего полезного. Здрасте, ящики. Ну, а ты взял уже, что ли? Обалдеть. Так, заметки пошли. Опять подполковнику. Подполковнику Хлебникову. В ответ на ваш запрос сообщаю. Захваченные саботажники на допросе показали, что основная мотивация их участия в беспорядках – недовольство своим экономическим и социальным положением. Цитаты. «Мы в грязных туннелях пашем, а вы тут жируете. Я за 10 лет мяса досыта ни разу не ел, а сам на свиноферме вкалываю. Нам по ампуле зеленки в месяц, а это что, плюнуть да растереть? А сами чемоданами тащите». Ампула зеленки. Однако непосредственным толчком для присоединения к бунту, по словам вожака захваченной группы, послужил якобы существующий заговор высшего руководства ОСКОМ. Цитата. «Что считаешь, раз на выселках на депо вагоны курочим, то и не знаем ни хрена. А вот тебе, выкуси, все мы знаем. А скомина мотать из города собралась. Вот зеленку и зажили. Все. Короче, зажали все. Что не так? Нас тут всех подыхать бросьте, а сами тю-тю. Зимой еще все понятно стало. Наших ребят зачем половину забрали? Наверх пути чистить. А техничка зачем? 100 лет стояла, никому не надо. Растаскивать начали. А теперь чини. Хватит за баранов нас держать. По окончаниям допроса задержанные, ввиду наличия неопровержимых доказательств их подрывной деятельности, переданы расстрельной команде согласно инструкции. Вот так тут у них мятежи подавляли. Ну, тут, походу, так и было. Вот как здесь написано, так и было, что они собрались уябывать. Что? Ага. А рабочих все хотели бросить. А рабочие просекли фишку, сбунтовались, их всех взяли просто и перестреляли нахрен. А хули бунтуете? Так, Хмельник, что нам делать? Все метро строились похоже, так что здесь должна быть вент-шахта. Угу. Хмельник, ты ходить научишься? Так, по идее, если пойдем прямо, выйдем в вентиляционный тоннель, а оттуда в соседний, путевой. Ну, вперед. Вот железка чертова. Устроили мы тут, конечно, побег. Подсадишь меня, Мельник? Артём, слышал? Ой, опять началось. Смотри, эта решетка не закреплена. Глянь, что там. Проверь эту трубу, я прикрою. Какую трубу? А! Да ты чё, сейчас отсюда выпрыгнет целое царство государства. Человек. Мальчик. Дикий мальчик. Вставай! Давай подсажу. Давай удачи. Удачи. Да вот я говорю, наперец, вот мы и расстанемся. Что за телепорты? Я его догнала. Он куда-то меня заманить хочет. Сейчас я встряну. Будем ждать Мельника, пока он меня спасет.
100 баллов, сейчас какой-то анус произойдет. Мне бежать особо не надо, торопиться, я так понимаю, он тоже заскриптован. Я его не потеряю. А здесь, может, что-то лупнуть можно. Но, походу, ничего нельзя, как обычно. Блин, игра дай полутать. Даже ничего нет. Наверное, он меня ждет, стоит. Я могу просто пешком идти. Да смотри, сколько! Какой склад! Да тут по-любому есть что взять. Нечестно. Давай. Вот у нас приключение нашлось, конечно. Где мальчишка? Здесь не пробегал, я бы заметил. Посмотри с той стороны, а я здесь поищу. Да ёлы-палы. Да, конечно, так погоню за ним устроили, ничего не спросили, не объяснили. Мне кажется, в этой воде мне наступит полная задница. Я несколько потерялась, если что. Где-то здесь. Нет, здесь лестница. Нет, а где он? Да прыгни, Тёма. Куда мог деться мальчик? Бояться нас нечего. Мы просто хотим поговорить. Я ничего не могу, у меня здесь нету больше территории-то. Открывается какая-то 25-я. А лутнуть ее как? Здесь типа ничего нет, тут нельзя лутнуть? Ты здесь, мы знаем. Ну, он где-то в этом шкафчике спрятался, каком-то нет. О, в своем шкафчике наверняка 100 баллов, я тебе отвечаю. Бояться нас нечего. Мы просто хотим поговорить. Мельник, открой мне дверь. Мельник. Ёмана. Ты здесь, мы знаем. Да блин, где я пропустил мальчика? Выйди. Давай зарядим фонарик. Может, здесь он сидит? Ты здесь не сидишь? Выходи. У меня только один вариант, куда-то сюда, но здесь заперто все. По-любому я его должна найти. По-любому, значит, где-то здесь. Тёма, давай. Смысла в этом ноль. Ты не можешь протиснуться обратно?
Ну, занырни. А он не хочет заныривать тут. Что, занырну, чтобы проплыть там? Баный в рот. Ну, просто он по воде ходит. Ну, заскриптовано, значит. Значит, не сюда. Нырять-то Тёма всё равно не может. Ну, вот он нырнул и ждёт. Ну сюда он не забегал, иначе бы его спалил мельник. Выходи, не обидел. Бояться нас нечего. Мы просто хотим поговорить. Давай не будем с ним разговаривать, мельник, пошел он в задницу. Здесь тоже наверху ничего нет. Мельник, может, мне с тобой поговорить, а? Типа, я его не нашла, там все такое. Мельник. Иди сюда, парень, хватит прятаться, не бойся! Выходи, не обиден! Да заткнись ты уже, бесполезный. Еще бесполезнее меня. Что не так? Вот! О, Артём, держи! Стоять! Куда пошел? Попался! Ты чего убегал? Ну чего молчишь, солдат? Зовут-то тебя как? Рядовой Кирилл Хлебников, отряд специального назначения «Осколк». Это его... Ничего не скажу, можете сразу убивать. Значит так, рядовой. Мы не желаем никому вреда. Отведи нас к своему командиру. Как это не желаете зла? Я же из Оском. Вы что, не с ними? С ними? Не знаю, кого ты имеешь в виду, но если они убивают детей, то мы точно против них. Так что можешь смело вести нас к командиру. А зачем вам к командиру? У нас важное задание. Подробности можем сообщить только твоему руководству. Это уже было такое, Наебалово. Так что веди. Наебалово детей. Деваться тебе все равно некуда. Хорошо. Только смотри без фокусов. Сверхважное секретное задание. Нам сюда. Тут уже недалеко до станции. Аллилуйя, да? Джеймсон, привет. Ну, проспект. Какая еще? Оттуда до института всего один перегон. Цель близко, Артём. Стой. Стоп или секунду? С разные переводы. Вот вы сказали, цель близко. Но зачем вам институт? Ха-ха-ха. А ты настойчивый. Задание у нас. Больше сказать не могу. В институте? Так оттуда давно всю зеленку вынесли. Какие там задания? Что зелен. Еще за зеленка такая? Не знаете? Подождите, вы вообще с какой станции? С ВДНХ. Артём с ВДНХ, я из полиса. А? А это где? Это в Москве, боец. Сейчас! Ну, естественно. Носочи, носочи их. Посадите меня, давай. Скорее! И все, и минус мальчик-то. Мельник. Мельник, у нас минус мальчик. Мельник, ёбана.
Фу, нет. Да в смысле, ты сдох уже, мохнатый. Не хочу лишней польки отстрелиться, но анус. Ну это что скажете? Все, нас кинули, мельник, вот что я скажу. След простыл от мальчика. Мельник. Да сколько же можно? Да я с тобой спрячу, стал в самый угол. Ну что, еще охота? Мне вот неохота. Иди гранатами! Да никто мне ни хера. Ну идите сюда. Молодец, мельник. Здравствуй, Ром. Ты я слышу. Прорвемся! Да ничего тормозные такие, куда прорвемся? Где я? Давай быстрее. Живи, скотина! Мельник вообще кладет их только в путь еще и кинул. Ой, красава! Он просто с одной всех кладет. Да зачем мне вообще стрелять? Молодец. Он почувствовал, что у меня пулек мало. И не стреляю. Пойдем, пойдем, мельник. Все отлично. Плашеход зачищен, нас наебали. Пойдем. Да сколько можно? Ну, мельник, ну нет там никого. Надеюсь. Ишь, как удирают. Вот это я понимаю. Все, а ну что, да. Рядовой Хлебников, можешь выходить. Ау, парень, ты где? Неужто удрал? Ну, и где нам его теперь искать? Я тоже удрал. Нельзя было его от себя отпускать. Кирилл его зовут. Живой. Пяток мутантов. А вы честно из Москвы? Честно. Я полковник. Давай пусти нас. Командир группы особого назначения. Артём мой боец. Мы прибыли из Москвы на поезде. Обалдеть просто. Подождите секунду, я ворота открою. Ворота? Все, мы пришли, типа? А вот он вообще. Мелочь-то посмотрим. Потом. Ворота. Хорошая. Вот эта схема. Спрыгивай с качелек-то. Да они что-то сопливенькие очень. Здесь любой монстр, мне кажется, мог бы прогрызть и зайти. Я вас за мятежников сначала принял. У нас тут война была. Это мы заметили. Угу. Давай. Закрыть за собой нельзя дверь, там очень сопливенькие ворота, прям очень сильно. Цветочки. А что это? Похоже на обычные цветы, не на еду какую-то, а должна быть еда. Может, лекарственные цветочки? Отец на задание ушел, а больше нет никого. После войны никого не осталось. Ничего себе. Ядерную войну город пережил, а вот гражданскую. Давно что ты такой? Вдвоем остались. Почти год уже. Нам повезло. Целый ящик зеленки был, как у богачей. Так стоп. И выжили. Артём, смотри. Спутниковая карта. Он нам про зеленку вот ничего не рассказал. Где вы с Алёшей потерялись? Откуда это у вас ритуал? Сталкеры из центра спутниковой связи принесли. Давно уже. Отец, говоришь, на задание ушел. А когда он вернется? Уже, походу, не вернется. Знаю. Давно? Месяц назад. Хм. На связь уже 3 недели не выходит. Да все, до свидания. Понятно. Знаешь, куда он пошел? Что за задание? Да в центр этот. Мы весной собирались уходить из города. Вот он за картой попадания и пошел. Говорил, с картой точно найдем чистое место. Ясно. Рядовой, нам нужно воспользоваться твоей радиостанцией. Так. Артём, попробуем связаться с Авророй. Я пойду за картой, надо им сообщить. Что мы куда-то добрались неизвестно Аврора, куда, что им сообщать? Это мельник. Что сообщать-то? Мельник. Не дают. Дают, нет, не дают. Меняем план. Мы нашли выживших,
Они говорят, что центр связи цел. Я иду туда за картой. Перерисуем бабушку. А что она ест-то? У меня патронов к ней нету. Ау. Чем ее заправить? Аврора, повторите, прием. Жопа, Аня, они говорят. Совсем. Аврора, как слышите, прием. Черт. Опять помехи. Артём, если его отец действительно вычислил чистое от радиации место, это шанс для Ани, для ребят, для всех нас. Шанс на новую жизнь. Вокруг радиации, причем в троекратном размере, восьмикратном, больше, чем была в Москве повышенная, где-то есть маленький кусочек защищенной территории от радиации. Как? Отлично, парень. У меня один вопрос. Артём, ты можешь пока подготовиться. Вон, у них тут верстак, что надо. Что, по душе рельса моя, бери. Тебе она, пожалуй, больше пригодится. По душе рельса моя, бери. Только она тебе... Реально? Так в смысле? Скажешь, в общем, когда будешь готов. Да в смысле, мельник, я же это... Она лежала, я не видел, как мельник положил сюда оружие. Я думал, оно здесь просто валялось, вот здесь. Тут я не видел, что мельник его положил, вы видели? Может, я отвлеклась на цветочки? Но я не видела. Мельник, били арбалет. Арбалетинку, пожалуйста. Пиздец. Вы сперла у человека с пушкой. Я обвернула, он нормально с нее стреляет. Как мне узнать, что он у нее ставит? Комитет послал солдат. Ну и началась война. Ну дальше кто в боях, кто при пожаре. Уф! Уф, 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 уф. Оптика 6X. Спасибо, коллиматор, не дайте на эту дуру. Магазин еще увеличить, да ладно. Чистенький, чистенький, грязненький. Так, хорошо. Я так понял, что вон та вентиляция ведет на станцию. Шариками стреляет. А, ну шарики я могу всегда делать. Вот это шарики. Это внутримышечная. Да, шарики я могу делать и так. Так, тебя подзаправим, тебя тоже немножко. Это бы разобрать, чтобы не мешалось. Хотя мало ли что, возьму какое-то другое оружие. Другое оружие не помешает. Все. Все, остальное у меня все в порядке. Я изделил. Мельник. Мельник, ёлки-палки. О, что это? Ну что, готов? Да, что это мне дал? Я прослушала. Что? А, у колодца? Что это? Зачем? О, с Богом. Помни, ради чего мы все это затеяли. Жизнь моей дочери, твоей жены в твоих руках. Вперед. В смысле? Мельник, я что прослушала-то? Алло, Вася. Ты... А что они говорили? А чё? Да иди в пизду, я не пойду! Я так и знала, что меня бросят. Все знала. Зарядись. Ты мне будешь гасить 27 патронов. Ну, супер вообще. Класс. Ой, вижу, уже бегут. Блин, там тоже лежал какой-то дневник, и я забыла его почитать. Они там что-то болтали, я думала, сейчас они доболтают, и я прочитаю, забыла. Вторая группа 12 февраля. Вторая группа подтвердила. Главный склад пуст. Во всех контейнерах скрытой площадкой тара. Резерв антирада. Один месяц. Срочно снизить нормы. Возобновить работу по главному зданию.
20 февраля вернулась группа из главного здания. Потери 70%. В пределах допустимого. Склад на первом этаже на полгода при текущем расходе. Поднять вопрос по плану тактика на заседании комитета. Просто им бы взять всем и уехать отсюда. В чем была проблема? Подняться на поверхность, одеть свои эти фильтры и уехать в менее радиоактивное место, чтобы не надо было мазаться этой зеленкой. Колодцы там что-нибудь делали. 2 марта. План тактика утвержден комитетом. Ответственный по транспорту назначен начальник эксплуатационного отдела по подготовке путей. Начальник особого отдела, все резервы наземных команд передаются особому отделу. Задачу воспринимать за счет нарушителей. 18 марта, ля-ля-ля-ля-ля. Да тут очень много всякого разного, это все не нужно, мы думаем. Сила на поверхности отрезана, все резервы стянутых штабов. Работы по расчистке 100% выполнения. Готовность подвижного состава 90%. Снабженцы обещают запас хода в 1400 километров. По спутниковым данным разведки должно хватить до Байкала по чистой местности запасом в 300 километров. Байкал. Хлебников признан внесенному званию полковника. Работа по чистой местности. Все резервы наверху. Бунтовщики на станции полностью уничтожены. Положение катастрофическое. Беспорядки в депо подавлены. Ну реально они походу наебать решили всех, да? Я поезд слышу, у меня глючит. Ну я подозреваю, что меня как бы туда. Надо начать защищать территорию. Ура, лут появился. Хоть в одном трупике. Вот с песков еще остался, здесь завалялся, да, контейнер. Еще есть обормоты? Я там уже вижу стрелочку, куда мне спускаться. Но я не думаю, меня так быстро не пропустят. Ой-ой-ой. Угу, я помню. Да, ебано. Где дырка-то? Сейчас прыгну, все появятся, да? На весах. Нет, мне туда вообще говорит. Игра. Но я не буду тут по лишним участкам ходить. Дополнительным. Если они мне не по дороге. Не хочу с монстрами. Слишком мало патронов. Ой, ёб твою мать, разбудила, да, покемонов? Что за поезд? Вы слышите поезд какой-то? Страшно, вырубай. Не просто так мне сюда дали Молотова. Ох, не просто. Провалюсь. Привет, покемоны. Бля. Да в смысле? Как-то не побритая. А это проблема. Я уже вижу, бегут. А как же это сделать? Сука, я не успею сейчас мне опять. Успела. И чё я сделала-то?
Вонашка, уйди отсюда, блин. Одного выстрела достаточно. Ну, вообще, да, но мне не всегда его достаточно. Вообще, да. Но я попадаю ему куда-нибудь в пятку, и он не умирает с одного. Хорошо, поплыли. Значит, моя коленка больная, опять заболела. Не мог фонарик мне включить? Еще предлагают полутайся. Ой, да. Хорошо, хорошо. Я застряла. Артемка, давай. Тут прям болото, тут не получается нормально ехать. Плыть, идти по волнам. Артемушка. По-моему, нам сюда, надеюсь. Туда дальше я не очень сильно хочу. А может, это просто переходная точка. Нам не туда. Здесь просто переходная точка. Нам прямо. Я по навигашке посмотрела. Заряди ствол. Так он самозаряжается же, нет? Я выстрел даю, и он опять подкадешивается сам. Не требует. Или требует? Мне, по-моему, этот свет вообще не помогает, только мешает эта лампочка. Ребят, мы скоро игру закончим. Кто еще не прожал лайкосы, дожимайте. Давайте соточку успеем набрать. За этот короткий стрим. Я не знаю, правда, где именно конец и сколько нам еще идти, будут ли сейчас еще какие-то боссы, будет ли тут какая-нибудь жесть. Или все уже просто мы так плавномерно подходим к концу. Пробегаем, я бы сказала, учитывая, что я не захожу. Да-да, вы меня заплюете. Фу, блин. Личинки. Бонжор, бонжор. Серега, привет. Боже, как сложно. Я же говорю, это какие-то тентакли, блин. Они не любят свет, да? От света шугаются обычно. Противогаз. Сорянчик, я что-то... Я как-то ни к чему. Так, эти тентакли боятся света, это хорошо. Мне на руку, что я зажгла лампу не зря. Куда мы выплыли? Просто в озеро посреди метро? Капец, катакомбы. Ой, да-да, ой, я вижу тебя, вижу. Вижу, мой хороший, вижу. Это уже знакомо, и тебя я тоже вижу. Меня уже ебали, да-да. Мне знакомо. Апа! Ой, отсосись. В смысле, ко мне пристало, смотри. Ага, мне это не... Нифига не на руку, что ли? А что я могу сделать? Управлять лодкой я не могу. Не падает, Тёма. А плаваем-то мы отвратительно немножко. Ой,
у меня сейчас резко проблема встала. Во, смог. Ты что? Не мог и смог. Пиявки, да, я тоже не люблю пиявок. Пожму лайк через час. Лайк поднимает стрим в рекомендации, которого прожимаешь после стрима. Это не приносит особой пользы. Самое полезное — это в начале стрима нажимать лайк. Самая максимальная польза для стримера. Блин, пиявки — это прям мерзость. Боже, у них тут какие-то джунгли прям своего рода. Тёма! Тёма! Заклеить. Тёма, это какая-то задница. Что это было? Я могу их убивать или нет? Не только же их пробегать и сейвиться. Так, фильтров дали 2 минутки, да? Кто-то здесь даже спал. Что я взяла? А что я сделала? Окей. Можем? Угу. Мне кажется, я бы от страха померла, если бы в реале в таком оказалась. Просто бы померла на месте. Но пока что, тьфу-тьфу-тьфу, все линейно, я не могу заблудиться. Мне это безумно нравится, потому что я заколебалась блуждать вокруг до около. Да что ты делаешь-то постоянно? Давай уж накачаем. Угу. Нажми R, подзаряди ствол, он сам не заряжается. Ну, сюда попробуем. А, вижу, все. Просто пока я стреляла, там обратил вначале, что он самостоятельный был парень. Но он не так быстро разряжается, как та беда, которая у нас до этого была. С самого начала. А все, с одной пульки она ушла? В ангар, охренеть. А, сюда? Фу, блин, какая мерзость. Опять эти, блин, тентакли, нет? Да, да все, тут все подряд просто. Меня заколебло, что они в меня плюются, мне не клево. Собака откуда взялась? Нет, не залипай, он соскальзывает здесь. Фу! Место. Фу, это отвратительно. А здесь что, прыгнуть ты мне предлагаешь? Да хорош, где там опять плюется? Где ты? Дрань такая. Так, все, и что? И что я сделала? Что я сделала? Что это такое? Что ты мне даешь? Ну я сейчас сигану вниз к лодке, а вот это что такое? Я зачем это сделала? Я так и не пойму. Блин, как сложно.
Я сомневаюсь, что... Блин, я не знаю, что. Здесь есть подъем, мне опять надо будет все обойти. Да по-любому здесь так и задумано, что я сейчас налажаю. Буду заново. Скакать. Лодка? Тут лодка, что ли, была? Нет, нет, дурак ты, господи, Тёма, да куда ты соскальзываешь? Артём! Ёбана. Артём, найди. Я не увидела лодку. Интересно. Не трогайте меня, переростки, пиявок. Все равно сейчас фильм вспомнился. Дрожь земли, что ли, 90-х бородатых там годов. Что-то вот эти... Какие же личинки, ты твою мать! Да ёбаная ты присоска! Поехала в другую сторону. Что, у меня весло сломалось, нет? Нет, это скриптованное не должно ломаться, иначе эта фигня должна была по-хорошему мне всю лодку расхерачить моментально. Они же огромные. И бестолковые. Плюются, что ты плюются. Что ты на меня икаешь? Мать. Опять фильтр. Что, у меня фонарик умирает? Ой, это опять начинается, да, повышенная радиация? Или что? Да. Сейчас появятся опять какие-нибудь пауки или какая-то беда, которую надо будет как раз светом убивать, а свет не работает в этих условиях. Да? Все же не просто так. А можно мне подняться наверх? Я умираю просто, вы что я могу сделать? Что мне надо было сделать? Он у меня сейчас умрет. Я в слишком повышенной зоне радиации. У меня глюканы начались. Я умерла? Надо было жрать аптечки по КД. Артём. Нет. Артём. Ну это жопа. А спасти одного и убить нескольких. Привет, Ань. Ты должна была умереть. А теперь умрем все мы. Ну, это, короче, сюжет так был запланирован, я не виновата. Аня, ты будешь теперь меня сопровождать? Это вообще издевательство. Тём, вставай, с нами Аня пойдет, её привидение. Угу. Главное, валенки одел. Что? А, у меня же... Да, давай. Мне должно это спасти. Аня должна пропасть. Красота. Ну, нормально. Так, давай подзарядим, да. Что-то он стал быстрее разряжаться, как будто нет. Все. Опять меня глючит. У меня только один шприц был, да? Ну, идти мне сюда.
Что-то у вас тут уже все. Опять. Да я не дойду с такой радиацией-то никуда. Так, мы в институт заходим. Так, все, радиация сошла на нет. Опять. Ой, да нет, да ну нахер. Ой, все. Это библиотекарь опять? Кирилл, ты Мельников слышишь? Я не Кирилл Мельник. Слышу вас хорошо, полковник. Прием. Карта у меня. Выезжаю из института. Если Артем выйдет на связь, передай, чтобы поторопиться. Прием. Принято, полковник. Карта у вас. Езжайте к институту. Приказ поторопиться. Прием. Все точно. Артем, ждать. Конец связи. Какой-то босс, да? Мороженое, что? Покупайте мороженое. Мне страшно. Да вышиби, да, там такая пизда была мохнатая. Вышиби ее, да правильно, пошуми еще, покричи. Выпустите меня, пожалуйста. У меня фильтры кончаются моментально. Ну, приближается, да-да. Я тебя слышу. Я где-то слышу. Да где ты? Что лутнуть-то где? Ой, у меня фильтры улетают. Что-то лутнули. Одну штучку, ради нее мы дольше стояли. Фильтр. Бери. Так, ну это хотя бы уже открытая территория. Мне на открытой спокойнее. Не могу бежать, мне ветер прям в лицо, что ли? Нет, могу. Все. Я просто умираю. Завалили метро специально? Твою мать! Земля, приехали! Не туда попал? Зачем они вообще это делают? Что произошло? Мне из этой выжимки не совсем понятно! Господи, думал, он падает. Откуда, с какой-то высоты. Нет времени... Это похоже на гориллу. На гориллу. На библиотекаря это очень сильно похоже. Так. Мельник, помоги мне, пожалуйста. Я уже медведя убивала за скриптованного. Все забито, позже. А, ну он обходит, видимо, там, да, где-то.
не может пройти через дороги, где-то обходные пути еще, да, к институту. А меня ведет какая-то обезьяна. Ничего страшного. У всех свои проблемы. Мы все чуть-чуть особенные. Я сейчас сдохну, ну сколько можно? Артём, меня эта радиация доконает. Мы точно не выживем. Вот из-за этого мы никак... А обезьяна еще умеет за собой двери закрывать. Правильно понимаю? А! Ай-яй-яй. Я еще помню с каких-то прошлых частей, что их надо обходить. Где еще один? 16. Это что вообще за место? Это слабо похоже на институт, если что. Очень. Телефон звонит кого-то. У вас вызов. Ответьте. Блин, где там мартышка? Я уже хочу с ней разделаться, чтобы успокоиться просто. У меня нервоз. Смотри, где она сейчас на меня выпрыгнет. Она наверняка выпрыгнет, это же мартышка. Опять мельник, да? Боже, что это такое? Я здесь, Артём, ответь. Так. Да, да, я знаю. Я уже мертв. Мне торопиться особо некуда. Я не по кругу наяриваю, нет? Просто все одинаково немножко. Делаем звук потише. Что, я орать буду сейчас как сучка? Подожди. Я тоже сделала сейчас звук потише. И патронов побольше. Больше ни на что не могу. Да? А что назад? А, сюда. И как? Я тебе тут залезу. Вась-Вась. Ты дебил, что ли, Вась? Вась, зацепись, пожалуйста. Ну, за тот край зацепись. Мне-то вообще по бороде, если что. О, лестница! Твою ж мать. Привет, лестница. Ну, вы ее видели, я ее не видела. Давай мы еще с нее рухнем. О, привет! Горилла какая-то. Помог мне подняться, смотрите. Симпатяшка, да. Ой, очень красиво, очень. Выглядит. Что, у меня шансы-то будут с ним что-то сделать? Знаешь, что он стреляет, как бы. Он со ствол в руках, он за ноги. Так, о, все, горилла должна умереть. Да по шее, это минус артерия, это минус горилла. Почему он живой, ему до пизды? Говорю, это имба. Пушечка. Вот была бы у меня с медведем такая же, он бы сразу лег. Изи. Бежим дальше. Опять. Оу, я ничего не вижу. Ай, я не хочу ничего видеть. Это был декан, не стреляет. У кого-то каникулы теперь. Ёбаные пауки, блин. Опять? Опять декан. Твою ж мать.
Слишком много деканов на квадратный километр, сантиметр вообще. Нужны путки. Я думала, он один, это типа мини-босс такой был. Куда ты мне предлагаешь-то идти, не понимаю. Очень странная игра. Мы сейчас пойдем, куда видим. Что, где? Так, у меня фильтры кончаются. Пока на меня никто не нападает, я, пожалуй, намучу себе фильтриков. Все, а то там уже не осталось почти химии, из чего делать. Давай. Что произойдет в этом институте, что институт это концовка? Что может быть в институте, что это концовка? Что там найдется сейчас? Просто все умрут и все. Ехали-ехали к своей мечте и не доехали. Остановились в институте. Поучиться решили, да? Что, как это понимать? Ага, скрипты опять. Опять тебе плохо. Не, ну Тёма все, он уже получил ультра-огромную дозу радиации, что в принципе это не способно к жизни никак. Опять это обезьяна. Это мартышка. Что-то их здесь слишком много. Серьезно. Напрягающий мартышка. Гудвай лайкосика до сотки. Догоните струмеру. Кто еще не прожал? За наших предшественников, мартышек, предшественников. Я вижу свет в конце тоннеля. Мне не в него. Само собой. Понял. Не сразу, но понял. Что, здесь сразу несколько будет? У меня на несколько не хватит. Ой, сейчас я задохнусь. Опять? Да что ж такое, Тёма? Все ради Ани. Все умирают. Привет, Ань. Как дела? У меня нет шприца еще одного, чтобы ты пропала. Угу, на труп одел. Молодец. Просто лучший. Тёма, это просто труп. А тебя уже просто нехило так глючит. Привет, Александр. Да, мам, привет. Любит Вика Богоюзи. Где я Богоюзила? Богоюзила. Что я делаю? Ну, я тебя не вижу. В нем прикольно, что пока я в него стреляю, он не нападает. Как только я перестаю стрелять, он нападает. Он мертв. Мне точно хватит на всех на них пулек. Искарик, привет. Всем привет, кто любит, кто подходит. Спасибо вам за 100 лайков. Мы молодцы. Мы... Думала, сегодня не успеем за 2 часа собрать. Так, дайте мне еще. Я думала, мы не успеем, а мы красавчики. Здесь наверняка можно что-нибудь лутнуть, но мне кажется, это сейчас вообще смысла не имеет уже. Мне уже отсюда никуда не надо. По дороге что-то подлутывается, и бог с ним. Сохранка случилась. Да здравствует еще одна обезьяна.
Вот книжку я бы почитала, да, под конец. Ой, контейнер, груз, назначение, состояние. Не отправлен. Ожидает отправки, доставлен. А что здесь? 600 штук, 5000 упаковок. Что, Москва? Штаб Москвы? Новосибирск? Новосибирск, Москва, в смысле? Ожидает отправки, ожидает... А, ну, ожидает отправки, да, там ничего нет. Да. Я думала, они как-то тайно на связи все равно, на связи. Что, блядь, какой на связи? Обалдеть. А как так все могли тут умереть ровненько, прям в ряд? Да, сейчас что-нибудь начнется. А, мерзкая сцена просто начнется. За карту постоянно включили, серьезно? Что ноль внимания? Ой, ну да, ну везде ему они мерещатся, капец. Иссохшая вся. Привет, Мартыхин. Твою ебать его мать. Камень хотя бы умрет. Сейчас я умру. Я говорю, если два мне встретятся, то я их уже никак не высвечу, блин. Ой, никак не вывезу. Не хватит мне заряда. Ну, мы вроде не сильно от них получили люлей. Пульки, пульки просто... Дай бог, чтобы хватило пулек. Ну. Собрать, ау. Что такое Тёма? Нет. Тёма, фу. Тёма, фильтр. Продолжаем наше путешествие, как ничего, никак ни в чем не бывало. Обезьяны же слепые вроде. Что-то нифига они не слепые. Я не знаю, я не шарю, я просто их вот убиваю и все. Я их убиваю, мне норм. Ну, должна же быть какая-то лазейка, это логично, конечно. Если они ничего не слышат, то можно их по-тихому обходить. Но зачем рисковать? Когда они, в принципе, не сложные вроде. Но даже обоймы на них целые не уходят. Хорошо. Предлагать мне пробовать не стрелять перед мартышкой. Окей, давай попробуем. Иду прям по навигашке. А с чего вдруг обезьяны такие большие да слепые? Я бы как их увидела, не подумала о том, что они могут быть слепы. Да, ты еще ничего не нашел, милый. Ничего. Я знаю, ты старался. Так мы еще в дороге, я а? Я жду тебя. На том свете, что ли, ты меня уже ждешь? Хочу, чтобы ты был рядом, когда... Ой, ну капец. Ты здесь. Аня, нет! Нет, Аня, ёбаный в рот. Кто меня телепортнул? Какая фигня. Класс. Тёма, ну ты дурак! Ну вот дурак, ну он не может быть здесь. Аня, зачем мы на этаж вниз опять прыгнули-то? Тёма, собака ты. А не Тёма.
Ну, упали на этаж. Сейчас отсюда на меня выпрыгнет, да? Так, это лекарство, да? Мы резко на нужный этаж упали. Тём, какая вероятность, что это именно то, что нам нужно? Открывай. Надо сразу побольше взять, потому что... Мало ли, еще кому-то потом пригодится. Мы же сюда никогда не вернемся. Я бы собирала все. Ты угораешь? Тёма, ты дурак совсем! Мы столько этих мартышек перемочили. Да, я вижу, у него глаз стоит. Столько мартышек перемочили, он обсикался одной. Тём, ну ты дебил, Тёма! Ты сейчас умрёшь! Ну прыгни на этаж пониже. Тёма! Ты хорош! Ты чё, Тём? Что за бред-то? Дайте я постреляю, я убью эту мартышку! Что она говорит? Ой, еще такая глупость, да? Столько мы их перебили. Ахтунг. Г-г. Люди мочило, что обезьян жалеть. Людей нельзя было обойти. Ну, можно было по стелсу, но это неинтересно. Так и обезьян по стелсу неинтересно обходить, может. Проще замочить. Все, нам пулик хватило, мы отсюда выбрались. Мне грустно. Я сейчас уйду в депрессию после окончания этой главы метро, наверное. Что-то мне подсказывает, если метро так заходит, то когда-нибудь в 2025 году у нас выйдет метро четвертое какое-нибудь. Метро заход, восход, обед, рассвет. Это мельник, что ли? Не забывайте подписываться, кто у меня есть новенький на канал. Артём, держись. Держись, сынок. Угу. Если бы мне дали пострелять в эту мартышку, мы были вообще полностью целы и невредимы. Был бы там что-то пить. Сейчас, сейчас. Держись. Сейчас полечает. Ты нашел, нашел. О, и мельнику капец. Классно. Мне супер! Умирать, слышишь? Даже не думай, что я ей тогда скажу. Мельник кашляет, нас обезьяна разорвала, и Аня там при смерти. Круто. Была бы на хардкоре по-другому, говорю, буду, да. Боец, не спать. Все. Я все же тебя нашел, сам не знаю как, но нашел. Не спать, Артём. Я сказал, мы пойдем в эту радиацию, и все умрут. Зашкалившую. Аня выживет, а все остальные умрут, да? И ее, наверное, уже поздно спасать. Не поможет никому. Ну, проснитесь, пожалуйста! Мальчику одному до фини вообще на все газует ей. Ты откуда ты тут нарисовался? Живой! Живой! Я думала, опять один останусь. Вставайте, скорее! Не просыпается. Таких лучше уже не будить. Минус мельник. Тут надо прямо ехать. Он хотел меня научить, но не успел. Сознание потерял. Вы машину водите? Ура! Едем дальше! Он нашел карту! Сказал, что папа — герой, и что он всех нас спас. Угу. А
когда обратно шли, а свет можно? Мутанты напали, но он их всех одиночными. Бац, бац! Потом река, а там черви и глубоко. Он меня на плечах перенес. Угу. Я нифига не вижу. Ух ты, столько машин! Это луна! Красивая какая! Сколько нового! И ночь. Едем как-то. Все забито. Странно. Сейчас мы еще не доедем, да? Эй, проснись! Угу. Не спи, все равно мы все должны убить в этой концовке. Давай Кирилла заодно убьем. Сейчас он его. Все, доехали, он заскриптовалось. Доброе утро. Ну, ночь поспали. Что, все дёру дали, что ли? Что, да мы ночь проспали. Тём, там уже Аня должна была откинуться давно, и мы теперь заодно. За компанию. Что, за нами поезд, что ли, выехал? Нашли чем расчистить. Вторая группа. И вторая группа тоже там окочуривается, что ли? От этой радиации. Тормозы.
кстати, в третьей части не такие пустые глаза, как были там во второй и в первой уж подавно. Стеклянные прям такие взгляды пустые. Ну, нормально мы по России-то покатались. От точки А до точки Б. Осторожней с ним. Как он еще жив до сих пор? Артём, слышишь меня? Поаккуратнее, ребята. Облучился он капитально. А тело полковника даже замерять не получается. Дозиметр шкалит сразу. Держись, Тёма. Мы тебя вытянем. Как же они так? Соберись, Катя. Что делать? Руководи. Только переливание. Срочное, сколько можно. С такой дозой. Значит, переливание. Спасет? Он подольше тогда продержится, насколько крови хватит. Группа крови. Четвертая плюс. Ему любая подойдет. Все, кто может. Сюда всех. Не засыпай, Артём! Нельзя сейчас спать! Это не твой пункт назначения, Артём! Ты не доехал еще, слышишь? Меня еще даже не вытащили, что ли? Это тупик какой-то, не конечная! Слышишь? Мало нас. Тут такая бочка крови. Вот и не хватает крови. Артём, Артём, пожалуйста, не уходи. Не нужно мне это лекарство такой ценой. Буду теперь жить. А зачем мне жить без тебя? Перестань. Не говори так, Анечка. Ты спас ее, Артём. Вы спасли ее, слышишь? Все было не зря. Она будет жить, понимаешь? Точно, старик. Все, все. Ему нельзя больше, видите? Не хватает крови, не хватает. Так ты, да. Там такой баллон 5-литровый, наверное, ты гонца до крови. Папа умер. Артём, не оставляй меня. Да я знаю, Зигда. Мельник свой антидот вколол. Так у нас уже был антидот, он нам все равно не помог, и нам вкололи второе, и все равно нам пизда. Узнаешь меня? Это я, Женька, с ВДНХ. Знаешь, я тут ждал тебя. Английский перевод. Лучший друг все-таки. Лучший друг все-таки, да. Дождался, походу. Пойдем бредить сейчас. Мальчик. Ну вот и свиделись, Ёма. Не забыл своего старого кореша Бурбона, привет, а, пацанчик? Видишь, как оно. Недолго ты там задержался. Не зря первые две части с вами проходили. Тыркаешься, тыркаешься, а толку? Ну, то бы не знали, Бурбон. Ладно. Ты пройдись, пацанчик, разомни косточки. А я тут буду, если чё. Времени теперь сколько угодно. Обо всем еще успеем перетереть. Ну, здравствуй, Артём. Не ждал тебя тут увидеть. Привет, Хан. Думал, тебя другая судьба ждет, великая.
Я ведь помню тебя еще мальчишкой с ВДНХ, который все мечтал лицо своей погибшей матери вспомнить. Ты ведь ради этого на ботаническом саду ворота открыл, а? А теперь вот и сам видишь. Мне-то скоро обратно в метро, а тебе... Тут ведь никогда солнце не встает, Артем. И поезд не остановить, и не сойти с него. Нет в этом мире остановок. Тот, кому хватит смелости и терпения всю жизнь вглядываться во тьму, первым увидит в ней проблеск света. Помнишь? Что же ты? Терпения не хватило. Ну и что, что нет остановок? Кому они нужны? Давай, железяка, шевели поршнями. Ничего, мы в преисподней жару зададим. Всех мертвецов по струнке выстроим. Ну ладно, пора мне. А ты? Не скучай. Своим тут привет передавай. Я кого встречу, передам. Да ну его, давай сюда. Будешь с Старпомом, а то рейс предстоит долгий, вечный. Одному не справиться, в общем. Ну, что стоишь? Извинений ждешь? Не будет их, Артем. Каждый делает, что должен. Дело солдата. Врагов сечь и вопросов не задавать. Ты все правильно сделал. И я все правильно сделал. Мы отдали все, что могли. А дальше пусть так живые разгребают. Да, нет. Что это там, а? Вот Артем вообще здесь не в тему. Не должно тут такого быть. Слушай, может попробуем махину эту остановить, а? Давай, жми! Ну же! Да. Ну, Артем, глянь, что там. Разрешаю сойти на берег. Так она же не останавливается. Меня высадили с этого поезда. Нет, не высадили. Здесь почта. И Байкал. Ну, а кто там, кстати, да. Скорее всего, так и есть. Я тоже помню, что Аня-то что-то с ребенком должна так была быть. Так нечестно. Наконец-то место, где мы могли бы быть счастливы. Класс. Классненько. Вот Артём и Магилка. Мы могли бы жить, как всегда мечтали. Но ты все пустил под откос ради меня. Ненавижу тебя, ненавижу. Не могу жить без тебя. Но придется. Потому что люблю тебя. Господи, как же я тебя люблю. Прощай, Артём. Да ну, Вискарик, на хорошую концовку проходить эту игру, всю ее стелсить я не хочу. Я говорил в самом начале стрима, что я не буду проходить на хорошую концовку эту игру, потому что она не создана для того, чтобы не стелсить. Это не та игра, чтобы стелсить. Если они сделали так по-ублюдски... Что зависит не от каких-то побочных заданий... От каких-то разговоров, от хороших
поступков или еще чего-то, а зависит именно от стелса, хорошая концовка. Ну как бы пусть идут в пизду с этим. Посмотрю в интернете, какая была хорошая, хотя это в принципе понятно. Чтобы поменялось. Все, мы прошли метро. Я, правда, не знаю, что дальше. Я Ведьмака хочу погонять, но слишком долго, и хочется, чтобы что-то еще было. Сегодня полазю и посмотрю, какие игрушки. Завтра, скорее всего, запустим. Поиграем, ну или рафт, в конце концов, запущу, посмотрим, соберемся мы на нем, интересно будет или нет. Вот, определимся. Артём в каждой части дохнет. Да, в прошлое я думала, он мертв уже, да. Пофиг, стелс, не стелс, главное, чтобы напарники выжили, чтобы крови хватило. Двое ушло, и все. Ну, что я могу поделать? Там, чтобы они не ушли, надо было полностью проходить по стелсу эти два здания. Чтобы они не уходили. Ну, там по стелсу вообще, по-моему, нереально, я не знаю. Ведьмак не хуже метро зайдет. Ну, Ведьмак уже просто староват, а метро месяц. Она еще совсем свеженькая. Ладно, короче, ну, Ведьмака в любом случае будем играть, просто надо еще что-то, а на еще что-то не хватает времени, чтобы два стрима видео в день выпускать на канале, у меня не хватает времени. В одного Ведьмака неохота полгода играть, я вот об этом говорила. Все, давайте тогда до завтра, плюс-минус, с вами прощаемся. Если что, в группе... Тема есть, где можете скинуть игры какие-нибудь интересненькие, желательно посвежее, да, свеженькие, новенькие, если есть что годное. Я посмотрю сегодня, как раз выберу что-нибудь и завтра пойдем играть. Все, всем спасибо, кто не дожал лайкосы, дожимайте, кто не подписан, подписывайтесь и до скорых встреч. Пока-пока.